Морская симфония. Все знают этот объект, но мы сюда приехали не продавать, мы сюда приехали не ремонтировать, а приехали за нашими подругами Марининами, которые приехали сюда в Сочи отдохнуть. И мы сегодня поедем вот на вот этом вот автомобиле. Полной компании, вот с таким вот водителем. Как тебя зовут? Эдгар. Очень приятно. Он нам будет рассказывать, показывать, сколько чего стоит, где мы побываем. В этом выпуске вы все это увидите, поэтому оставайтесь с нами. Путешествие будет вот такое, потому что я в предвкушении интересных каких-то мест. Тем более, за 5 лет, вот, честно говоря, еду туда вот на таком джипе первый раз. То есть, что мы увидим, я сам на самом деле не знаю. Поэтому оставайтесь с нами. Ну нет, это они пишут, да, с 9 до 10 у них доставка. Здрасте, привет. А где у вас машина? Я отзвонюсь. Мы не взяли. Я отзвонюсь, это самое. Bullet point me, and the minute's not safe. Please don't make me say what's next, don't let me say it in French. Jason's label on the phone, they're coming up the upside. They said, oh, oh, great, great, don't say too much, they're gonna see what's next. They hate it, no, because they ain't done shit. I'll give you, because they give me streams. They said, oh, oh, great, great, they got too much, but I'm a shit by shit. New York says, fuck, I'm very mean. Он наверху, скайпар. Смотри, сколько здесь торчат. Скалы, да. А, шашлыки. И здесь же рядышком так называемый мост любви. Сейчас мы туда пролезем. Весной, красивый и здоровский. Мостик качается даже. Знаете, какая красота. Вот скалу уже видно по-другому. Это река Мзымта. Ну, а чуть-чуть мы спустились пешком. Мы еще в этом же самом месте. Посмотрите, здесь есть беседочки, где можно отдохнуть у реки. То есть также сдается все это дело в аренду. Давайте пройдемся. Таких мест в Сочи очень достаточно давно, ой, много. Поэтому про них просто надо узнать, уточнить. Не знаю, пока они вроде как не совсем забиты. Ну, вот такая, я думаю, удобная беседочка вам поможет здесь кайфануть, да, и расслабиться. В тенечке, особенно когда жара, здесь от гор прохлада отличная, и можно на мангале что-нибудь приготовить. И таких беседок, вы видите, достаточно много на берегу реки. Так, у нас тут дегустация вина бесплатная. Сухое, полусладкое. Можно будет попробовать, да? Давайте. За хороший отдых. За выходной. За выходной. Они пошли в лес. Так, мы приехали на смотровую площадку. Вот эта вот дорога, получается, старая в сторону Красной Поляны. Не новое шоссе, по которому мы всегда ездили, показывали. Посмотрите, сколько здесь достаточно много джипов. Все остальное. Здесь какая-то кафешечка и смотровая площадка. Давайте посмотрим. Красиво. Здесь вот такое красивое ущелье. Так, куда нас дальше повезут, скажи? Дальше мы поедем, ребята, Ивановский водопад. После Ивановского водопада, соответственно, поедем Троице-Георгиевский женский монастырь. И заключительная наша остановочка будет каньон Псах. Отлично. Отлично, спасибо. Чувствую, что подарил меня бабушка.
Ивановский водопад назван в честь Ивана Голицына. Все ли с ним знакомы? Лично я нет. Шампанское знаю. Это Лев Галицын. Это брат. Такой же грамотный, как я. Значит, друзья мои, Ивановский водопад не является одним из самых высоких водопадов, но один из тех прекрасных, который не пересекает самую засушливую погоду. Свое начало берет с артезианских, наичистейших, глубоко зарытых под нашими недрами земли воды. Также, не доходя до водопада, у нас с правой стороны будет родничок. Можно испить водички, козленком не ставите, потому что ваши водители козлов не везут. И мы находимся в бывших угодьях и поместьях самого Ивана Голицына. Следующие наши остановочки будут проходить в самом поселке уже Голицына. Сейчас мы вместе свои гаджеты достаем, у кого они на руках, у кого на заднем кармане в мягком месте, у кого они на руках. Засекаем время, у вас полчаса наслаждения. Спускаемся, наслаждаемся. Ваши водители здесь вас ожидают. Короче, мы спускаемся по вот этому почти оборудованному, да? Смотри, спуску. Здесь прям сделали ступеньки. Ну, а вход-то платный, просто они заплатили за нас. Как у вас на Гоголе было? Эти? Да? Такая же у вас была дорожка? Да. Идем вниз. После всех этих походов. Ну, люди поднимаются, уже устают. Ребятушки, хотите увидеть того, чего нет в Дубае? Представляете? Смотрите, какая красота. Вы посмотрите, какие реки. Это все горное. Это все родное. А? Вот за это надо ценить. Наш красивый город Сочи. Как здесь просто дышится, а? Здесь просто офигенно. Красиво, посмотрите, мы в лесу, туда, куда, ну, без джипа не доберешься. И вы это прекрасно видели. Сейчас вот на встрече мне попались два человека, они даже купались под этим водопадом. Сейчас мы пройдем, не будем мешать никому снимать здесь. А вы пишите в комментариях обязательно, как вам эта красота. Потому что вот здесь идешь, и здесь вода бежит. Видите, здесь ручеек впадает. И вся эта красота, которую мы не видели 5 лет, пока мы здесь жили, да? Ну, вообще первый раз, конечно. Вот это и есть Ивановский водопад. Видите, здесь можно перейти на ту сторону и полюбоваться вот этой вот красотой. Ух ты, охренеть, да? Вот это, да? Люди пьют эту воду, потому что она чистейшая, да? Глянем, да? Смотрите, какая красота. Просто потрясающе. И воздух здесь потрясающий. И растительность потрясающая. И я думаю, что всем это нравится. Вот смотрите, здесь родник бьет. Видите? Все из него пьют. Вот мы мимо него проходили. Без особого внимания.
Вот после этих скачек, как машина боевая выглядит, да? Мы приехали в Голицыно. Это женский монастырь. Немножко здесь прогуляемся, посмотрим окрестности и так далее. Я надеюсь, что вам понравилась такая экскурсия. Она еще не закончена, но уверен, что много впечатлений вы с экрана получили. На самом деле, сейчас возникает вопрос, сколько длится экскурсия и сколько она стоит. Длится экскурсия около 5-6 часов. Не знаю, от чего зависит. Мы еще пока еще не закончили. Там уже рассказывают. Но стоимость 1600 рублей с человека. То есть можете заказать без проблем. Это везде экскурсии. Представляют, у них цены одинаковые. Мы прибыли в Троице-Георгиевский женский монастырь. Насколько правда? Монастырь является одним из самых молодых монастырей. 1999 года постройка. Есть в нашем городе мужской монастырь в 97 году. Наверное, многие из вас, девушки, хотели бы в мужской монастырь попасть, но увы. Будем наслаждаться тем, что у нас есть. Что мы тут будем делать? Прямо проходим перед нами. Перед нами получается беседочка, где девочки в обязательном порядке и мужчины, которые в шортах, должны одеть, накинуть на себя фартук. И головной убор, соответственно. Проходим мимо Груздани прямо в церковная лавка, где можно будет свечи приобрести, иконки и тому подобное. Либо по территории проходимся, делаем красивые фотографии, либо можем зайти, зажечь свечи, помолиться за ваших родителей и за себя не забыть. Итак, друзья мои, видите, у меня уже гонор слабый, уже усталость как будто бы, но я не устал, я просто, как и все ваши водители, голодный. Следующая наша остановочка в каньоне Псах. У нас будет возможность покушать шашлычка. Шашлычок на бодрячок, коньячок под рыбку, пары. Итак, ребят, минут 15-20. Прогуляемся, свечи зажжем. В общем, здесь все красиво. Времени, наверное, не хватит все это снять, всю эту красоту описать вам, поэтому вкратце немножко вот так вот пройдусь, покажу, что здесь очень много мест, куда можно зайти. Очень красивый ландшафт. Все это сделано относительно, как сказали, недавно. Но очень-очень впечатляет. Поэтому, когда сюда приедете, сходите и более подробно все здесь посмотрите. В общем, здесь все красиво. Времени, наверное, не хватит все это снять, всю эту красоту описать вам. Поэтому вкратце немножко вот так вот пройдусь, покажу, что здесь очень много мест, куда можно зайти. Очень красивый ландшафт. Все это сделано относительно, как сказали, недавно. Но очень-очень впечатляет. Поэтому, когда сюда приедете, сходите и более подробно все здесь посмотрите. Голубой глины. Здесь у нас наши гости мажутся глиной. Но она еще не подготовлено для наших туристов, как бы еще холодно, душевые не работают, глина не завезена. Глина, она не здесь находится, она чуть дальше по Руси, чуть выше. Ее привозят, размачивают. Чем она полезна? У нее много кальция. Это острый хондроз, радикулит и тому подобное. Но это многоразовое использование. На одноразовое. Я как будто же пью, у меня все уже. Я настолько голодный, у меня язык и туда бегает, и сюда бегает. Значит, это очищение ваших пор и увлажнение вашей кожи. На самом деле, когда наносите глину на себя, можно ее наносить с кончиком волос на голове до кончиков пальцев на ноге.
Несколько минут подождали, оно высохло, себя смываете, такое ощущение, как будто себя шампунь смывает, я полоскиваю. И поры начинают ваши дышать. Короче, там и грязи есть. Здесь у речки, здесь переодевалки, там водичка, тут речка, едем дальше. Так, у нас конечная остановка, это каньон Псаха, в честь реки Псаха, или Псахе. Смотрите-ка здесь, какие красивые луга, вон там ослик лазит где-то, покажу вам его. Одинокий ослик за окном. И кто-то даже сюда белку эксплуатирует. В общем, здесь тоже есть что-то покушать, что-то посмотреть. Сейчас мы это все вам покажем. Поэтому потерпите, не уходите. Очень много интересных, красивых мест вам показываем. Вход 200 рублей. Ну, у нас все уже оплачено. Что-то здесь очень много интересного, я чувствую. И кухня. Как тебе, Лен? Да, прекрасно. На троне? Медвежьем троне, да? Значит, вот это фаршированный лимон, помидор, ой, я вот это свин. Так, ну что берем? Свину сколько берем? Сколько форели берем? Давай. Так, ребят, вот здесь всю территорию, которую мы вам покажем, вход 200 рублей, но это для тех, кто не пробовал экскурсии, да, то есть за экскурсию, когда вы платите, вот здесь вход бесплатный. А вот всю территорию, которую мы вам сейчас покажем, за 200 рублей, если вы отдельно сюда приедете, то, пожалуйста, вы можете использовать. То есть, я так понимаю, здесь есть и мангальные зоны, есть вот такие беседки. Ну, по факту, знаете, вот кто был в Гнездо Совы, там берут 100 рублей, здесь берут 200 рублей. В принципе, с такой красивой территорией, я думаю, с облагороженной, это стоит того. Тем более, я еще, честно говоря, не посмотрел, насколько здесь красиво. Оцените это сами и напишите, пожалуйста, в комментариях. Видели? Да. Как выглядит? Покажите. С мелкими листочками. Покажите, показывайте. Дерево сам шесть, спрашиваю. Молодец, 5, садись. Итак, друзья мои, давайте томить вас не буду. Расскажу вам про дерево сам шесть. Перед вами сохранились несколько экземпляров. Почему сохранились, тоже буду рассказывать. Наш кавказский самшит называется колхидский самшит. Растет это дерево в сырых, влажных местах, так как впитает много влаги в себе. За счет этого очень плотное дерево. На квадратный сантиметр плотность этого дерева схожа с плотностью металла. Его еще называют железным деревом. Оно тонет в воде, не горит, а тлеет. И растет дерево очень-очень медленно. Показывая на эти кусты, я поэтому сказал, это деревья. Этим экземплярам от 50 до 70 лет. Представьте, как они медленно растут. У нас будет еще мертвый самшитовый лес, которому более 1000 лет. В среднем такой ствол дерева насчитывает возраст от 500 до 700 лет. Растет дерево от 1,5 до 5 мм в среднем ширину своего ствола в год. Но, к сожалению, почему я сейчас сказал мертвый самшитовый лес? Во время завершения строительства Олимпиады 13-14 года начали озеленять наш город, завозить декоративные деревья, вечнозеленые там пальмы и тому подобное. Завезли вместе с ней бабочку. Мы ее называем бабочка-негодяйка. Научное название – огневка. Она на 80 и более процентов уничтожила наш южно-кавказский колхидский самшит. Из них процентов 15 сохранилось в Абхазии, около 5% здесь у нас. Почему часто задаваемый вопрос в Абхазии сохранилось больше, я отвечаю так. Не у всех были визы, не всех пропустили через границу Абхазии. Это то, что касаемо самшита. Я уже рассказываю очень медленно, потому что я шашлык чую. Я хочу кушать. Пройдемте в каньон. Итак, друзья мои, подходим. Итак, друзья мои, перед вами начало каньона реки Псаха. Река Псаха прорезала свой путь через этот белый известняк более миллиона лет.
Если у деревьев года и века считаются по кольцу, здесь насчитывается по волнам. Каждая волна имеет свое столетие и тысячелетие. Каньон 2,5 километра. Ну, соответственно, весь маршрут мы не пойдем, если тут доступны места. Что мы тут будем делать? Посмотрели все направо, через арковый мостик, поднимаемся на землю, проходим по пешеходке, доходим до самого верха, и вы попадаете в рёстку транзитную. Как вы его узнаете? Пойдемте сразу, пока толпа не ринулась. Мы сейчас с вами пройдем и погуляем. Ну-ка. Гляньте, какая красота. О, о, о. Короче, здесь красота. Вот еще есть, видите, мостик, и можно туда пройти. Сейчас мы туда сходим. Надо было вот это, да, вот кто бы знал про эту напасть? Вот, наверное, представляете? Как-то бы вот это вот обезопасили, бы контролировали. Самшитовая роща называется, да? Ужасно к водопаду, я так понимаю, да? Нет, каньон. Ну там шурчит водичка. Окончание. Как по сравнению с Сулакским каньоном? Ну там совсем другое. Микроканьон. Ну тоже красивый, Леш. Ну да, да, он такой прикольный. Здесь есть смотровая площадочка. Сейчас мы спустимся и посмотрим. Здесь все фотографируется. Красиво. Спустились чуть ниже. Давайте вам покажу поближе. Подойдем. Какая здесь обалденная красота. Смотрите. Просто здорово. Водичка чистая-чистая. Так, мы сели вот в такой вот беседочке. О, нам рыбку принесли. Там шашлычок. Все. Под коньячок. Отлично, отлично. Так, это что, все портит? Завершение нашего отличного путешествия. Пусть даже долгого, но эмоционального, классного. Поэтому, ребят, я благодарю вас за то, что вы досмотрели видео такое длинное до конца. Я не очень люблю тоже такие длинные видео смотреть. Но в следующий раз, наверное, надо ускорить скорость, чтобы сам на самом интересном где-то останавливаться и просматривать. Спасибо большое за просмотр. Поставьте лайк, пожалуйста, чтобы посмотрело как можно больше народу вот эту красоту и наше путешествие в целом. Хорошего настроения. Приезжайте сюда отдыхать. Всем удачи. Пока-пока.